Мишенька, тебе пора ложиться спать. Нужно хорошенько выспаться. Я надеюсь, ты не забыл, что завтра будет твоя первая тренировка по футболу. Ой, точно, мама. Я так ждал этой тренировки. Да, мне нужно как следует отдохнуть. Где моя пижама? Вот она, мой малыш. Давай я тебя переодену. Ложись и снимай свою маечку. Теперь наденем пижамку. Вначале ножки, а теперь ручки. Вот так. Повернись, я застегну ее на липучку. Поднимись, малыш, вот твоя подушечка. А вот и твое одеяльце. Держи свою пустышку и засыпай. Утро вечера мудренее. Завтра мой малыш Миша будет первый раз играть в футбол. Мишенька, просыпайся, пора собираться. Ой, точно, тренировка! Мне нельзя на нее опоздать. У меня же сопли. Если мама об этом узнает, она меня точно никуда не отпустит. Вот так. Теперь можно идти переодеваться. Апчи! Мишенька, ты все еще лежишь в постели? Ой, а это еще что такое? Да у тебя же сопли, малыш. Нет, нет, ты никуда не пойдешь. Ну, мама, мамочка, подумаешь, сопли. Разве я могу из-за них пропустить свою первую тренировку? Смотри, были сопли, а теперь их снова нет. Миша, ты зачем так делаешь? Ай-яй-яй, дело вовсе не в соплях, а в том, что ты наверняка заболел. И если ты сейчас пойдешь на тренировку, то сможешь заразить других. Подожди минутку, сейчас мы в этом убедимся, померим твою температуру и узнаем, высокая она или нет. А ну-ка, открой свой ротик. Да, я так и знала, Миша. Тебе сегодня лучше остаться дома. Ну, как же тренировка? А на тренировку ты пойдешь в следующий раз, когда будешь полностью здоров. А сейчас ложись, мой дорогой, и выпей вот это полезное лекарство. Вот так, смотри-ка, мне кажется, твоя температура сразу понизилась. Но все равно, малыш, тебе лучше сейчас отдыхать. Тогда к следующему разу ты обязательно выздоровеешь и пойдешь на свою тренировку. Ох, как же я не люблю болеть. Скорее бы я снова стал здоровым. Апчи! Вот так сегодня Миша пропустил свою первую тренировку по футболу. Но, надеюсь, на вторую он обязательно попадет. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики. Пока!